Сотрудники Бердского отдела МВД разыскивают грабителей, которые похищают имущество из гаражных комплексов. На этой неделе уже трое жителей нашего города лишились комплекта летней резины. Совсем скоро автомобилисты нашего города поедут в шиномонтажные мастерские, чтобы поменять зимнюю резину на летнюю. Но вот только не у всех эта резина сохранилась с прошлого года. Комплекты колес, приготовленные к предстоящему теплому сезону, просто-напросто украли из гаражей неизвестные, подобрав ключи. Только за последние несколько дней трое жителей Бердска лишились комплектов резины для своих автомобилей. Впрочем, из гаражей похищают не только колеса. Довольно часто наживой преступников становятся электроинструменты. А на днях из гаражного комплекса «Восток» похитили 40 метров кабеля, оставив без света почти всех автолюбителей. Период времени с 23 марта 2018 года по 2 апреля 2018 года неустановленное лицо путем подбора ключа проникло в гараж одного из ГСК города Бердска, откуда похитило имущество на сумму около 8 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Еще по одному комплекту резины похитили из двух гаражей комплекса «Прогресс». Причиненный ущерб составил 26 и 40 тысяч рублей. Теперь владельцам автомобилей придется покупать новую резину, но преступникам грозит до 5 лет лишения свободы.